Новость для любителей провести выходные с детьми вне дома. Новогодние елки начинают работать в городах края. Накануне снежный городок открылся в Алейске на городской центральной площади. Здесь жители смогут увидеть 12-метровую новогоднюю елку, которую составили из 300 живых сосен, выращенных в Шипуновском районе. В Наукограде снежный городок встречает гостей уже неделю. Традиционной площадкой для новогодних мероприятий стала площадь у Дворца культуры Бийского олеумного завода. Рубцовск к новогодним гуляниям будет готов 28 декабря. Барнаул на день позже, 29 декабря, когда откроется главная елка на площади Сахарова. В этот же день прогремит и праздничный салют. Напомним, в краевой столице в этом году главных праздничных площадок две – зимние аттракционы и ледяные фигуры – стали украшением еще и улицы Малотобольская.